профориентационной работе нет каникулярного времени. В конце августа Управление образования Брестского облсполкома проводило декаду знаний и педагогического опыта «Здравствуй, школа», которая посвящена началу нового учебного года. В рамках декады для выпускников школ города Пинска было организовано мероприятие под названием «Профессии, которые мы выбираем». Целью проведения таких промо-акций является ориентация будущих выпускников школ на рабочие профессии и на трудовую деятельность. И как мы видим, в этом учебном году практически все учреждения профессионального образования и среднеспециальное образование города Пинска выполнили план набора на этот учебный год. На нескольких площадках организаторы мероприятия ознакомили молодежь со всеми учебными заведениями профессионально-технического направления города и близлежащих районов. Предложили принять участие в мастер-классах, выездных приемных кампаниях, посетить областную выставку декоративно-прикладного и технического творчества. Ребята смогли пообщаться с психологами и специалистами Центра занятости для будущего самоопределения. Что же дает сегодняшнее мероприятие? Оно нацелено, чтобы ребята после летних каникул, будущие абитуриенты или те, кто еще сегодня не успел определиться с профессией, а кампания приемная продлена в системе профтехобразования до 15 сентября, более подробно посетили учреждения профессионального образования, познакомились. Большинство нынешних 9 и 11-классников еще не определились с будущей профессией, но так или иначе им придется сделать свой выбор. Наверняка после участия в промо-акции и узнав преимущества той или иной специальности, кто-то остановит свой выбор именно на рабочей профессии.